работа с генератором озона Медозонс БМ. Для начала работы необходимо подключить к нему концентратор. Концентратор хорош тем, что он сам подбирает подачу кислорода по режиму работы генератора озона, по режиму работы озонатора, и поэтому целый ряд проблем сразу уходит на второй план. Сначала включается концентратор, затем включаем озонатор. Для включения озонатора при подлом кислороде нажимаем на задней панели кнопку «Вклуб». И после этого на передней панели прибора загораются огоньки. И появляются на 2.0. Здесь одна цифра показывает время работы генератора, вторая показывает концентрацию. У данной модели прибора концентрация исчисляется в микрограммах на литр. Аппарат достаточно прост, надежен, и мне нравится тем, что его очень легко освоить. Для работы необходимо всего несколько кнопок. Начинается работа с выбора того параметра, который мы хотим задать в процедуре. Параметры процедуры – это экспозиция, концентрация и скорость подачи газа, скорость газопотока. Для выбора берем, нажимаем на кнопку «Select», и один из параметров начинает мигать. В данный момент мигает цифра концентрации. Для того, чтобы изменить, нажимаем на кнопку «Больше» или «Меньше». И получаем необходимую величину. Ну вот, 4000 я задал. Теперь второе нажатие кнопки «Select», и мигает уже цифра «Время», время процедуры. Опять нажимаем на кнопку «Больше» и выбираем время. Если надо побольше, если надо поменьше, но в данный момент вот 15 минут вполне достаточно для того, чтобы прозонировать флакон с физраствором. После этого мы можем задать необходимую скорость газопотока. Это достигается нажатием одновременно на вот эту кнопку с двумя стрелочками и при нажатой кнопке на «Select». Ну, а после того, как вы выбрали необходимые параметры, можно нажать кнопку «Стоп» и зафиксировать их. И аппарат готов к работе. Для того, чтобы его запустить, нажимаем кнопку «Старт». Нажимаем кнопку «Старт», и он показывает, сколько литров в минуту будет подавать во время сеанса. Вот и все, что нужно для того, чтобы запустить генератор.